панорама Пороховской крепости. Это часовня. Как она идет крепость. Внутри крепости находятся разные интересные растения. Такое вот все облагорожено так. Вот. Кругом вот такие дорожки. Солнечные часы. Вот по этой дорожке колокола. По этой дорожке. Никольская церковь. Цветы. Никольская башня. Вот высота стен. Панорама вокруг крепости. Вот сама крепость. Очень красиво. Вход в крепость. Ну и по дорожке мы идем уже себе. Вот тут ходят всякие туристы разные. Ну вот, так примерно выглядит нынче крепость. Продолжение. Мы прошли по дорожке, тут она башня. И выходим на вот этот мостик. Вот. Этот мостик нас приведет к начальному исходному пункту.